Get Movies. Канал для всей семьи. Запись 386. Аленка нашла своих родителей. Мы вернулись из волшебного мира. Ага, дурацкая локация! А как обрадовалась ее возвращению бабушка, сказала... Попалась! Получай! Класс! Вот это ачивка! Попилушкую, зайкушка! Коту вернули должность хранителя, а мы сегодня вечером возвращаемся в волшебный колледж. Я и девочки на учебу, Аленка сдавать вступительный экзамен. О, и как у меня в прошлый раз... Все вещи в один чемодан поместились. Магия, не иначе. Аленочка, а ты сама чего не собираешься? Или передумала в колледж поступать? Нет, конечно. А что сразу Аленка? Маша вон тоже сидит и ничего не делает. Вообще-то я свои вещи еще вчера упаковала. Ой, мамочки! А? Мало мне было возни с вами в сказочном мире, а теперь и здесь... Вот, принимайте свою туристку. Алиса! Экзамен очень сложный. И пусть ты принцесса, поблажек тебе никто давать не будет. Особенно, если профессор Кривозуб принимать будет. У него никто с первого раза не сдает. И со второго тоже, и с третьего. Да ему вроде вообще никто ни разу не сдал. Что, правда? Родители звонят! Алиса, подмени меня! Сию минуточку! Мама, папа, привет! Всем сказочный привет! Огонек, мы тут сгораем от любопытства. Как проходит твоя подготовка к экзамену? К экзамену? Ура! Я победила! Победила! А это что такое? Пицца! Самое вкусное, что есть в мире людей! Правда? Хочу! Нам говорили, что сдать экзамен в этот волшебный колледж совсем непросто. Маша, что это за коробочка с милотой? Это называется телефон. Мы туда фотографии выкладываем. И это же Варин телефон. Конечно, справишься. Ты же наша дочка. Ага. Что это? Это сериал. Очень популярный. Мы верим в тебя, Аленушка. И это сюрприз, но я уже разослал всем приглашение на вечеринку в честь твоего поступления. Мне конец. Так, скорее. Надо выучить все. Как превратить лягушку в принцессу? Пригодится. Как выправить зубы? Если сдавать профессору Кривозубу, то может пригодиться. Как приготовиться к экзамену за 7 дней? 7 дней это слишком долго! Маша, отдай мне свои мозги! Экзаменаторы пришли! Это к нам! Ваш заказ. 15 пепперони, 6 солями и 1 с ананасами. Приятного аппетита! Алиса, ты это, в порядке? Угу, в полном. Варька, подай мне еще газировки. Угу. Человеческий мир такой классный! Мышкин, это не только телевизор с пиццей. Мы тебе сейчас...
место самое крутое покажем. Самокаты и местное мороженое. Играть так долго вредно. А вот и нет! У меня пицца стынет, и игра не пройдена. А вот фото с чудесами выкладывать запрещено. Оставьте мне кусочек! Это Алиса самокат. Идеален для спорта и развлечения. Попробуй. Но тот трюк с переворотом можешь пока не делать. Я что, должна кататься на паре палок и колес? Тренируйся давай. Аленка, подстрахуй ее. Дорогая принцесса, благодарю за приглашение в честь вашего поступления. Это будет отличной главой в ваших будущих мемуарах. Нет, и вы туда же. Девчонки, а как эта штука тормозит? Вот это да! Откуда мне было знать, что у вас колдовать нельзя? Ох, чувствую, день будет веселый. Люди не должны знать, что волшебники на самом деле существуют. Единственный и неповторимый факир и волшебник Саша! И это вы называете магией? Алиса, ты что тут делаешь? Смотрите, как надо! Встречайте! Неподражаемая волшебница времени Алиса! Магия! Это сенсация! Настоящая магия, я прославлюсь! Вот это представление. Нам конец. Любезная Василиса Васильевна, покорнейше благодарю вас за то, что вы вернули мне должность хранителя. Вы отлично проявили себя в сказочном мире. Да и девочкам пора возвращаться на учебу. Я рассчитываю на вас, кот. Будьте спокойны, теперь в Мышкине не произойдет ничего экстраординарного. К нам продолжают поступать экстраординарные кадры из Мышкина. Неужели это магия? Волшебники среди нас? Чудеса! Сказка становится реальностью! Патруль! Все, спектакль закончился, расходитесь! Алиса, что ты натворила? Что скажут Кощей и Ядвига? Ничего, сразу в головастиков превратят. Не успеют. Василиса Васильевна! За вами глаз да глаз нужен! Безобразие! Что вы тут опять устроили? Патруль! Кто эта девочка? Откуда? А это Алиса! Наша подруга из сказочного мира! Она тут новенькая! Она не специально! Мы все исправим! Исправят они, ну конечно! Спокойно, кот! Что ж, попробуйте. Сделаем в два счета! Но как нам это сделать? А помните, что нам сказала Аленка, когда мы только приехали в Мышкин? Эй, девчонки, я Аленка, сегодня встала рано. Да нет же, Машка, ты гений! Я тогда сказала, что в Мышкине все как в сказке специально для туристов, и никаких сказок не бывает. Время устроить представление! Ой, не надо было поручать им исправлять эти безобразия. Я, как хранитель, справился бы за 5 минут. Нет, кот. Девочки должны учиться брать ответственность за свои поступки. Посмотрим, как они справятся. Смотрите, там! Летит! Скорее! Встречайте! Неподражаемая волшебница времени Алиса! Ого! Какой магии! Эх, а слава была так близка. Ну, фукс хороший. Да, ничего. Огромный кот.
Настоящий? Ну, конечно. Это просто костюм. Точно, точно. Последнее слово в гриме. Мяу. Молодцы. Очень находчиво. А то. Сразу видно мои ученицы. Кроме этой. Да, тебе, Алиса, явно нужно получить знания о поведении в мире людей. Ну что вы, я и так все-все поняла. Да и вообще мне к себе в башню пора. Меня мои человечки, наверное, заждались. Ждем тебя на занятиях в волшебном колледже. А пока колдовать в мире людей ты больше не сможешь. Что? Увидимся в колледже, девочки. Не опаздывайте. Василиса Васильевна, подождите! Ох, ёжики! Автобус скоро приедет, а я еще вещи не собрала! Алло, бабушка, помнишь мой чемодан? Большой такой! Ну да! Забери меня, а то я опаздываю! Скорее! Скорее сюда! Отец! Сына! Часики мои все сказочные ожили! Значит, мои родители тоже расколдовались! Варечка, а вдруг они меня не узнают? Снежка, как я выгляжу? Маша, вдруг я ее не поздравлю? Ля моя, рыжулюшка! Счастье-то какое! Ой, а со мной-то что было? Я с собачками в прятки играл, а потом мы к повелителю прогуляться пошли. А потом, не помню, а тут глаза открыл и вижу, нашлась! Как же не обрадуются родители свои! Эй, стойте! Нас подождите! Извините! Ой, остранитесь! Вот она! Нашлась! Рыжуля моя, ваша! Ух ты ж, ёжики! Аленка, все-то тебе подсказывать надо. Мама, доченька, мама. Аленушка. Я сейчас расплачусь. А ну, тихо! Ой, а вы продолжайте. Запись 39785. Готовим нашу принцессу к первому балу. И почти не опаздываем. Ой, девчонки, позавчера так глупо с этими вилками получилось. Куда их вообще столько? Я так расстроилась, а мама и папа мне говорят. Аленка, посиди спокойно, а то мы и к твоему 10-му балу не успеем. Вау, какое тут все королевское, прям как для меня. Ой, мало нам Вари, теперь еще одна. Королевишна. Прости, Варечка, ну просто папа и мама такие хорошие! А их огненный фейерверк был просто нечто! И они добрые очень! Я вчера какой-то указ случайно сожгла, а они даже не разозлились! Как здорово! А про тот гобелен ты им тоже рассказала? Нет, ну я же его чуть-чуть подпалила и вообще незаметно. Да, хорошо. А как там встреча с Мороком прошла? С Владиком? Да отлично все прошло! Я им все рассказала! Начало, чтобы они поняли, какой Владик на самом деле классный. Прямо все-все? Ну, конечно. Как он за ключами охотился, чтобы в волшебный мир попасть? Дракона на нас натравил и перед рядой подставил, а потом заморозил со всем подводным королевством. Как ключи похитил и меня вместе с ними, чтобы повелителю отдать. Папа и мама меня внимательно выслушали и сразу же даровали Мороку свое королевское прощение. Так что на балу он тоже будет...
Ой, девочки, как же мы теперь здорово во дворце заживем! Мы не можем, ведь завтра... Ой, это нас на бал зовут! Побежали скорее! Бал начинается? А я совсем не собрана! Дорогие подданные, сегодня мы празднуем освобождение королевства от Сирена! Опять! И возвращение нашей принцессы! Знакомьтесь, принцесса Алена и ее храбрые друзья! Сказочный мир! Приветствуй свою будущую королеву! Свети ярким пламенем, дорогая Алёнушка! Варечка, спасибо за твою храбрость! Машенька, я не знаю никого умнее тебя! Снежечка, твоя доброта не раз нас выручала! Саша! Спасибо, что всегда верил в магию. Вася, спасибо за твою честность и преданность сказочному патрулю. А теперь ты, хранительница времени. Ой, здравствуйте, еще раз. Так приятно. Я готова. Кажется, эта вещь очень дорога для тебя. Не может быть. Вы починили мои часики. Спасибо. Алиса, а тебе идет. Надеюсь, эти часики ты сломаешь не так быстро. Да начнется бал! Всем танцы! Прости, Владик, что для тебя у меня нет награды. Знаешь, мне королевского прощения вполне достаточно. Хотя одна просьба у меня все же есть. Ну не называй ты меня... А, ладно. Как же здорово, да, Саша? И теперь так будет всегда! Алёнка, но ведь завтра мы... Покатаемся на морских коньках! Потом устроим гонки на коврах в самолетах! А затем... Было бы здорово, жалко только что... Он убрал с меня хвойное мороженое! Но обещал мне что-то попустнее! Мы не можем, ведь завтра... Мы повеселимся! Кстати, о веселье! Эй, вы! А ну-ка, гномики, подвиньтесь! Сейчас мы сыграем настоящую музыку! Канапе сами себя не разнесут. Попробуйте желе. Сказки все грустные и смешные. Для больших и малышей. Сказки все разные такие. С ними вместе веселей. Сказка, сказка, мир загадок и чудес. Сказка, сказка, для героев и принцесс. Сказка, сказка, и пускай кровавый звон. Да что там завтра? Всегда! Алёнка, вообще-то мы весь день пытаемся тебе сказать... Только ты, пожалуйста, не обижайся. Завтра утром мы возвращаемся в Мышкин. Очень смешно, девчонки! Нам пора в колледж. И Мышкину нужен сказочный патруль. Прости, Алёночка. Что? Это не шутка? Да как вы можете? Не переживай, рыжая, зато я останусь. Нет, это... Я что-то пропустил? Осторожнее, принцесса. Почему вы плачете?
Торт невкусный? Или нет? И теперь мои подруги уезжают, а я не знаю, что мне делать. Ведь я только нашла своих родителей, а они... Понимаю, выбирать сложно. Ну а если я уеду, мои родители расстроятся. А если я останусь, то будут так скучать по девочкам. Твои родители и подруги, они любят тебя и примут любое твое решение. Поговори с ними. Огонек, мы пришли пожелать тебе доброй ночи. Эй, что-то случилось? Мама, папа, мне нужно с вами поговорить. Итак, на переход в Мышкин записаны. С багажом в количестве. Ага, так-так. Эх, плохо, что с Аленкой так получилось. Мы даже не попрощались. Ну, она же теперь принцесса. Даже провожать нас не пришла. Мне тоже будет ее не хватать, Варечка. Но главное, что она нашла своих родителей. И теперь будет очень счастлива здесь, в волшебном мире. Не знаю, как вы, а я вот по дому соскучился. Хорошо, что индюк разрешил мне кое-какие саженцы забрать. Да, Саш? Что? Нам пора. Пойдемте. Что ж, до свидания, волшебный мир. Стойте! Куда это вы без меня? Алёна! Алёна! Ой, Алёночка, как здорово, что ты успела нас проводить. Я не провожать вас пришла! Я иду с вами! Что? А как же твои родители? Ой, я им все про нас рассказала! Как много приключений мы пережили, и как бабушка меня растила! А они такие замечательные! Все поняли и сказали, что мы больше никогда не потеряемся, ведь портал теперь открыт! Ой, идите уже! Мне еще отчет писать для Василисы Васильевны. Сказочный патруль идет навстречу новым приключениям! Ждите меня у портала. Я прибуду, как только... Ваша сказочность, я на минуточку. Городским часам нужен срочный ремонт. А то стрелочки не крутятся, огонечки не горят. Я вижу, вы заняты. Позже зайду. Нет, девочка, останься. Сказочный патруль? Не с места! Визирь нам все про тебя рассказал. А где он? Где визирь? Волшебница, вы о чем вообще? Хватит притворяться, мы знаем, что вы повелитель! Я кто? Ужасный темный повелитель, который превращает сказочных в камень. Какая наглая ложь! Чтобы я сотворил такое с собственными подданными? Ох, девочки, вы даже не представляете! Это все происки визиря! Оказывается, он никакой не визирь, а просто мошенник! Это он вам сказал, что я темный повелитель? Какая глупость! Этот предатель специально распустил про меня всякие слухи, чтобы выкрасть казну. Представляете? Ну, не волнуйтесь, его уже ищут. Девочки, не верьте ему! Это ловушка! Ох уж эта молодежь, постоянно перебивает. Взять их!
каморка, где я? А это что такое? Строптивая красавица и 7 гномов? Фу, какая пошлость! Испугалась? Не волнуйся, птичка. Больше повелитель никого не обидит. Сколько раз вам повторять? Никакой я не повелитель. И никого я не окаменевал. А, вот упрямый. Заладил одно и то же. И про мифический патруль. Сказочный. Неважно. Ни про какой патруль я не знаю. И этих я тоже в первый раз вижу. Хорошо говорит. Убедительно так. Варя, кажется, ты перестаралась. Он совсем памяти лишился. Но если вы не повелитель, то кто же тогда? Я вам уже говорил, я сказочный. Герой сказочного мира, победитель Сирена. Вы что, не знаете эту историю? Ну тогда слушайте. Это чудище держало в страхе все королевство. Много рыцарей и волшебников пыталось одолеть Сирена, но ни один не вернулся. Я начал свое расследование, и вскоре в древних книгах нашел секрет победы над Сиреном. Одолеть его можно лишь фальшивой игрой на музыкальных инструментах. Я тут же рассказал об этом королю и королеве. Вооружившись до зубов, они отправились на бой с Сиреном и одолели его! И все это моя заслуга! Ну и короля с королевой. Совсем чуть-чуть. Я как раз возвращался во дворец через лес, чтобы начать работу над своими мемуарами. И мне на плечо села такая хорошенькая птичка. А потом... А что же было потом? Не помню. Птичка? Это та, что все время с вами была? Кстати, а где она? Аленка, ты не видела? Аленка! Шеф, ну кто же нас тогда спасет? Чую, рассчитывать можно только на себя. Эй, девчонки! Переговоры! Развяжите меня, и я вам все расскажу. Итак, попытка снять блокирующее заклятие с портала. Номер 3814. Возможно, не последнее. Абракадабра, абрум, калабрум, шумындрум, мындрум, сапупындрум! Мяу! Получилось! Кто молодец? Я молодец! Ха! Так получается, птичка и есть повелитель, и она захватила Аленка, да вы шутите? Птичка повелитель? Да какие шуточки? Когда на кону собственная шкура. У портала ваша подруженька. Но без волшебных ключей портал не открыть. Девочки, Шушек пишет, что приходила Аленка и забрала все ключи. Так, надо действовать. Алиса, найди музыкальные инструменты. Наш враг не любит фальшивую музыку. Как же? И мальчиков надо позвать. Они ни на одном инструменте хорошо не сыграют. Душевно извиняюсь, но... Мы к порталу! Задержим его! Стойте вы! Шеф, кажется, нас бросили. Опять! И кто же нас теперь развяжет? Я не опоздал? Не так быстро! Ой, котик, здравствуйте. Вам удобно? Подождите немножко. Сейчас мы одолеем повелителя и вас развяжем. Девчонки, ну чего? Какой повелитель? Это же я. Хватит, Сирен, ты нас больше не обманешь. Ладно, ладно, но попытаться стоило. Что ж, раз вы знаете, кто я, то вам, наверное, интересно. Как 12 лет назад ты захватил разум сказочника, обратил в камень короля и королеву и занял трон, а маленькую принцессу хотел использовать, чтобы открыть портал в мир людей. Ведь сделать это может только королевская кровь. Вот только няня принцессы, тролль-ок, успел отправить ее в мир людей с помощью волшебной погремушки. Какие умные! Но знаете ли вы о том, что ты много лет назад завербовал Морока, играя на его жажде вернуть свой облик, и приказал ему найти и доставить Аленку и ключи в волшебный мир? Знаем! Но вы точно не знаете, что все это время я... Не сидели сложа руки, а готовили музыкальные шкатулки. Волколаки сказали нам, что должны были переправить их в мир людей, чтобы добывать оттуда энергию, пока вы правите в свое удовольствие. Ведь если вы сказочные продолжали исчезать здесь, то ваша маскировка была бы под угрозой. Хватит! Это был мой злодейский монолог! Но весь твой план пошел наперекосяк из-за визиря. Он уничтожил склад музыкальных шкатулок, тех самых, на которые был записан твой голос, способный окаменевать людей и забирать их жизненную энергию, чтобы питать твою магию. А теперь ты взял все в свои руки. Но и мы подготовились к встрече. Вот ведь знай!
шутки несносные, но кое-что вы не учли. Аленка, очнись! Обходи ее! Давай так, сколько не помню! Слева, слева заходи! Постоянно чудо на вагоне! Ой, прости, прости! Ого, вот это аппетит! Эй, повелитель! Музыку заказывал? Морок! Почему так долго? Морок? Искусство не терпит спешки, колючка. Мы репетировали. Только не это! Выбираем роли! Это невыносимо! Получается! Продолжайте, ребята! Это наши сказки! Аленка! Специально для тебя, повелитель. Твоя песенка спета. Хорошо у нас получилось, да? Да. Я всегда знал, что у меня есть музыкальный талант. Ага, талант. Ты сфальшивил в двух местах. Бабушка, а почему ты так на Сашу похожа? Очнулась! Аленка, наконец-то! Что-то голова кружится! Скорее, скорее! Друзья мои! Скорее! Вы должны это увидеть! Все заколдованные, сказочные! Ожили! Этот шум невыносим! Ах, я больше не вынесу! Сладкий сонный пряник поможет вам уснуть, принцесса! И теплое молоко! Все, что мне нужно, это тишина! Найдите источник шума, и пусть он прекратится! Идите! Стойте! Пряник оставьте! А ну тихо, безобразники! Ночь на дворе! Соблюдайте тишину, а не то! Ой! Ой. Здрасте! Вы хотели нас видеть? И мы пришли! Как по часам! Да-да-да, проходите! Я тут просто разрываюсь! Столько дел и прошений с каждым днем становится все больше, волшебницы! Мне срочно нужен новый визирь!
Дорогая моя, ты сейчас, милая. Ого! А что это было такое блестящее? Девочки, новый визирь! Найдите его, и пусть займется прошениями немедленно. Ну и задачку нам сказочник придумал. Да, мы и старого визиря еще не нашли. А тут нового подавай, и откуда мы его возьмем? Может, нам кто-то посоветует подходящих сказочных? Да, но кто? Ой, Алисочка, ты заболела? Нет, все хорошо. Давайте за мной. Я тут местная и знаю пару достойных кандидатов. Добрый день. Помню, вы хотели получить должность визиря? Должность визиря? Да, хотела. Кто сказал визирь? Я готова. Это я готова. За мной место. За мной, за мной. Это моя должность. А я волосы. Добрый день. Вы бы хотели стать визирем? Ох, радость-то какая! Конечно, я готов! Давно хотел поквитаться с этими несчастными палатницами! Что вы мне взять? Саблю? Копья? Возьму все! Нет, подождите, я сейчас! Как вы могли мне такое предложить? Быть у кого-то на побегушках? Что вам принести? Сию минуточку. Нет, не продашь. Даже не думай, Аленка. Да, что-то эти достойные кандидаты не очень оказались. Не знаю, ну что вам не нравится? Тот тролль был вполне ничего. Давайте еще поищем. Да, не может быть, чтобы во всем городе не нашлось подходящего визиря. Дайте только отдышаться. Эти поиски такие утомительные. Ой, Аленочка, а ты хорошо смотришься. Правда? Если честно, я его только увидела и сразу почувствовала какое-то притяжение. И знаете что? Я могу стать визирем. Временным. А почему это сразу ты? А почему нет? Что тут сложного? И вообще, я чувствую, что правление – это мое. Так, дайте-ка посмотреть. А я нет урожай, его... Ерунда какая! Да, Аленка, тебе еще учиться и учиться. Вянет урожай, и вокруг тоска. Ждем мы и надеемся на помощь из дворца. Тоска? Так это же по моей части! Я с временем визирь повелеваю устроить танцы! Указ из дворца! Всем веселиться! Сколько можно? Я устал плясать! Стой, Аленка! Надо выяснить причину гибели урожая. И здесь без знаний никуда. Мяу! Что это такое? Ох, Машенька, надо смотреть на вещи шире. И, кстати, я думаю, горожанам давно пора сменить имидж. Что происходит? Варя, ты вообще не о том думаешь? А вот и нет! За модой будущее! Ваше будущее соблюдает очередь! Я первая в визире записалась! Девочки, я вообще-то тоже править хочу! А я думаю, что в любой непонятной ситуации нам поможет одно. Визирь Снежка повелевает всем мороженое! Эти бесконечные новые законы из дворца невыносимы! Мяу! Все, хватит! Я буду жаловаться! Кто со мной? Кто-нибудь объяснит мне, почему во дворце полно мороженого и странных шляп? Сказочник, а мы тут... А там что еще? А мы... Сказочники! Чего мы хотим? Порядка!
Порядка! Ваше сказочное высочество, мы все объясним. Мы только на время стали визирями, не на совсем. Потому что остальные кандидаты в визири... Я срываю! Нет меня! Нет меня! А вот и они сами. Ваша сказочность! Приказите начать общие тренировки! Это! Кажется, сказочник не очень нами доволен. Подумаешь, перестарались немножко. Ну, что же нам теперь делать? Ох, девочки, что бы вы без меня делали? Держитесь! Вянет урожай, и вокруг тоска. Ждем мы и надеемся на помощь из дворца. Ну что, на этот раз делаем все как положено? Фух, это сделали. Ну что, много там еще? Нет, всего одно прошение осталось. И оно от Гномеллы. Принцесса гномов жалуется на ужасный шум в своем царстве. Пишет, что отправила Яра и Фрола разобраться с ним. Но те до сих пор не вернулись. Да пойдемте скорее! Чем быстрее разберемся с шумом, тем быстрее освободимся. Вы идите, девочки, а я тут останусь. Вдруг еще прошение появится. Хорошая идея. Увидимся, Алисочка. Тик-так, тик-так, тики-тики-тики-так. Настало время визиря Алисы. Удобно тебе, девица? Да, очень. Садитесь, пожалуйста. А быть визирем не очень-то и весело. Утомительно как-то. А как же твое «править мое призвание»? А я уже передумала. Спокойно, Аленка. Это просто статуи. Они не кусаются. Ух, вы наставили тут. Только людей пугают. Ой, а как они на Яра и Фрола похожи? Так это же и есть Яр и Фрол! Девочки, кажется, нам туда. Будьте осторожны. Ой. Шкатулку! Осторожнее, остолопы! Хоть одну шкатулку разобьете, я с вас шкуру спущу! Простите, шеф! Мы сейчас, шеф! Ты?
летучий остров великана попадем. Это не горох, а боб. Настоящий, волшебный. Ого! Как в сказке, что ли? Как здорово ты придумала, Машенька. И зачем нам боб? На летучий остров я нас могу телепортировать. Только координаты дайте. Нет, не можешь. Этот остров в аномальном магическом циклоне парит. Наша магия там не работает. Ха-ха-ха! Побежали скорее! Нет магии? Аленка, подожди! Да, может, сначала план придумаем? Ой, да что там думать? Приходим к великану и просим его расколдовать маму с папой. Да, план что надо. Я категорически заявитушки, что под это мытушки я не подписался! Ой, Шушек, какой ты смелый! Да, но мы не знаем, что нас ждет на летучем острове. Там может быть слишком опасно. А мы не боимся. Или вы забыли, как мы волколаков с мельницы прогнали? Тьфу, да волколаки это что? А там целый великан! Лучше подождите нас здесь, малыши. Мы скоро. Все не так уж и страшно. Да, девочки? Еще чуть-чуть. Власть мне и не хватало. Помогите! Маленькие. Ничего, мы не маленькие. Ой, ну что же ты такой шумливый? Присядывай, отдохняточку себе организуй-ка. Не хочу я отдыхать. Хочу, чтобы меня всерьез воспринимали. Мы же хоть и маленькие, но сильные, смелые, самостоятельные. И мы это докажем! Да! Не, не хотюкаю никуда топать. Эх, девочки, как выбираться-то будем? Вот сейчас нам бы пригодился план. А может, если мы вежливо попросим, великанчик нас отпустит? Ага. И с собой в дорожку пирожков даст. Правда? Как мило с его стороны. У вас хотя бы клетки нормальные, а у меня что? Эх, пошли помощь для моих родителей искать. А теперь нас самих спасать надо. Эй, ты! Свободу патрулю! Слышишь? Эй! Тихонько тут! Не бузи! Ты не имеешь права держать нас в клетке! Отпусти нас сейчас же! Не бойся, мы тебя не обидим! А вот этого я не обещаю! Почти уже. Чуток осталось. Да чего? Чуток? До беда! Девочки, а вам не кажется... Не может быть! Может! Об этом я тоже сказки читала! Вы о чем? Он хочет нас есть! Ну уж нет, я обедом не стану! Получай! Ну, что я вам говорила? Не работает тут магия. Кажется, пора звать на помощь. Ага. Помогите! Да топушки! Только зачем уж? У девчулек всегда кусё под контролькам. Это же... И это девочки! Скорее, бежи! Сначала карабкались-ка, теперь вот побегайте-ка давайте-ка.
наших девчулей! Я так и знал, что это, походушка, плохенькая идейка. Ах ты! Мы сейчас маленькие ему покажем, как маленьких обижать. Ту-ту-ту-ту-ту! Шушик! Ого! Откуда вы взялись? Эй, ты чего? А ты смешнючий, давно я так не обкахатывался. Спасибо, выручили. А теперь уходите скорее. Вам с великаном не справиться. Ой, кажется, Аленочка застряла. Вылезай, кому сказала! Традиция. Мы же издревле так делаем. Бедный великанчик. Прости нас, мы не так тебя поняли. Теперь вы не убежите, а? Тут и останетесь. Мне так скучно. Даже утречать не с кем. Мечаю. Значит, поболтать любишь. Есть у меня один знакомый, такой же болтливый. Ну вот, теперь Аксилиум будет себе сказки рассказывать. А если захочешь с другими великанами поговорить, только попроси. По запросу «Великан» найдено 100 контактов. Ого! Спасибо вам! Великанское! И простите нас за суп. Он, видно, вкусный был. А то я вам рецепт пришлю, сварганите. Господин великан, ну раз вы нас не собираетесь есть, можно вас кое-что спросить? Вы можете расколдовать людей, которых в камень обратили? Я бы это, без лишних. Да тут дело такое, я только заколдовывать умею. У нас как это заложено. Расколдовывать сюды, может лишь тот, кто заклятие туды наложил. Извиняйте. Дамусик, милюсюсенький мой! Иногда я думаю, что никогда не расколдую маму и папу. Ну что ты, Аленка, обязательно расколдуешь. Да, у тебя же столько помощников. Спасибо, девочки, и вам, наши храбрецы. Вот вы где, а у меня тут суфле. Сама готовила. Хотите перекусить? Нет! А мне тут две штучки, пожалуйста. Ну
что ж, похоже, сегодня все будет закончено. Да с чего вы взяли, что вам вообще нужен щит? Какой от него толк? Может, лучше арбалет? А? Извини, Вася. Или вот, алебарда. Классная вещь. Ой! Эй, поаккуратнее! Прости. Я все понял. Нам нужен меч! Меч нас от окаменевающего взгляда не защитит. Зато поможет друиду избавиться от лишней посуды. Шапка-нелюдимка? Интересно, как это? Ходят тут всякими, руками хватают. Чего изволите? Гнев русалки под маринадом? Крик совы с изюмом? Нет, спасибо, я на диете. А почему вы вообще решили, что Горгон Аленкиных родителей расколдовать сможет? Вась, ну ты сам подумай! Если она одним взглядом кого угодно в камень превратить может, то я обратно должна уметь. У этой медузы весь остров в статуях. И на голове у нее змеи. Только Персей с ней справиться смог. И у него как раз щит специальный был. Этот щит мы и ищем. О, зеркальце! Наконец-то что-то нормальное в этом сарае. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Ой, не могу. Это ты всех милее. Держите меня. Я сейчас тресну от смеха. Ты на себя-то посмотри. У тебя же уши в разные стороны. Про нос я вообще молчу. А волосы вообще розовые. Что случилось? В борщ упала? Ты что, не видишь? Самый прекрасный тут я. Что? Ах ты! Что вы там кричите? Щит нашли? Ага, щит! Как же! Тут какая-то стекляшка заносчивая! Это я-то стекляшка? Да я чистейший хрусталь! Арбалет, зеркало, не нравится мне все это. Может, вам все-таки не стоит идти к этой Горгоне? Вдруг она и вас в камень превратит? Горгоне? Вы собираетесь идти к медузе Горгоне? А вы что, ее знаете? Да я ее лучше всех знаю! Может, вы тогда знаете, где нам щит Персея найти? Щит Персея? Не слышала такого. Но? Может, вам нужен его сиятельство, самый прекрасный, самый зеркальный в мире щит Персея? Великолепного? Наверное. А где нам его найти? А я, по-вашему, кто? Глаза протрите. Не видите, что ли, мое сияние? Поможете нам? Пожалуйста. Ладно, так уж и быть. У меня у самого к ней пару вопросиков есть. Готов взять командование на себя. Кстати, я столько этих медуз покорил, со счету сбился. Мы пойдем с вами. Вдруг наша помощь понадобится. Катастрофа! Мне помощь! Похоже, нам придется остаться. Работайте, мальчики. Смотрите, сказочник! А он-то что тут делает? Не знаю, но мне это не нравится. Что ж, замухрышечки мои, слушайте сюда. Если не хотите превратиться в камень, делайте только то, что я говорю. Самое главное, правильно? Ой, девочки! Кажется, она его увидела. Сказочный патруль! Со мной! Ну что встала? Неси меня быстрее. Так, не отставайте! Шустрее! Рожба!
мечешься, как черепаха. А, ложная тревога, никого там нет. Одни статуи. Это же сказочник. Не успели. Ваша сказочность! Как же так? Как же мы теперь без вас? Алиса! Что ты наделала? Это она! Закрывайте глаза! Слушайте мои команды! Носильщик сюда, скорее! Что там за шум? В атаку! Слышали, как я грозно сказал? В атаку! Никто в мире не смог бы так! Ох, да чего же я хорош! Работала? Конечно! Нет, массивный! Вы вообще слушали мои команды? Ты неуклюжая, держи меня ровнее! А ты, зануда, причаливайся правее! Да в другую сторону же! Вы же сами сказали правее! Сказал правее, имел в виду левее! Да дайте подумать! Хотя зачем мне думать? Я и так самый умный и красивый! Теперь ты, белая! Правее! Нет, левее! Классно, ты залепила! Жаль не медузи! Рыжая! Ты чего там, уснула? Совсем, что ли? Ты вообще видишь, куда метишь? Конечно, не вижу. У меня глаза закрыты. Оно и видно. Повезло еще, что у вас есть я. Такой талантливый, красивый. Ладно, давайте теперь на счет три. Раз, два, три. И кто это тут у нас попался? Сказочный патруль? Ваша сказочность? А вы что тут делаете? Ну, ваша Алиса разбила. То есть сначала медуза Горгона заколдовала, а уж потом Алиса разбила. То есть Алиса виновата, конечно, но не так уж и сильно. Как же вы обратно собрались и расколдовались? Ничего не понимаю. Никто меня ни во что не превращал. Но мы слышали, как вы кричали. А, так это я от восторга. Я у медузы Змеевны статую свою заказал для фонтана. Правда, забирать, похоже, уже нечего. Что же мы наделали? Ой. А медуза нас за это в камни не превратит? Надо бы. Жаль, не умею. Получается, вы совсем-совсем в камень превращать не умеете. И расколдовывать тоже. Совсем-совсем. Но я не понимаю. Мы же в книге Визиря прочитали. И Аксилиум то же самое говорит. Ой, девочки, не верьте всему, что написано. Никакая я не злодейка, а просто скульптор. Не простой, а золотой. Но если вы никого в камень не превращали, зачем Персей с вами сражался? А, Персей. Этот самовлюбленный тип давным-давно сватался ко мне. Буквально прохода не давал. Но такой заносчивый был, только и восхищался сам собой на все лады. Ах, я наипрекраснейший! Ах, я наиумнейший! Ах, я наихрабрейший! Фу! Вот я его и прогнала. А он обиделся и слухи распустил, что не сама я скульптуры делаю, а людей в камни превращаю. Надо было вам про Персея тоже слух какой-нибудь распустить. Я ему по-другому отомстила. Молодая была, нервная. И что же вы сделали? Ну, я его немножечко модернизировала. И это прославленная Золушка? А, не смешите меня. Да ее же оттыкву не Вы его в зеркальный щит превратили? Самое подходящее для него обличие. Что ж он, ну всегда таким останется. Да, давай, расколдовывай меня. Зря я, что ли, старался. Видела, как я сейчас храбро сражался? Как отважно, как бесстрашно. Все ради тебя. Да ты же против меня сражался. Ну какая разница? Расколдовывай уже. Не получится. Что? Ты себя только сам расколдовать можешь. Просто похвали кого-нибудь. Всего-то? Ну это я запросто. Ты такая прекрасней меня быть просто невозможно. Что я говорила? Все такой же надутый индюк. Сейчас. Я, наверное, не выспался сегодня. Или перемена погоды, или, может, устал в бою.
Как был хвостом, так и остался. Думаю, это надолго. Пойдемте отсюда, девочки. И меня не забудьте. Принимайте работу, ваша сказочность. Теперь точно века простоит. Да, хорошо, что у сказочника не окаменевающий взгляд. Все же пришли. Я в восхищении. Не каждый осмелится проделать такой путь. Но эта вещица того стоит. Не завидую вашим врагам. Я тоже, мой друг. Я тоже. Запись 3066. Артефакт все еще в процессе сборки. Продолжаем наблюдение. Аленочка, присядь хоть на минутку. Я не могу уже ждать. Почему он так долго? Спокойнее. Вон, бери пример с нашего помощничка. Спящего. Я не сплю, а экономлю силы для встречи с повелителем. Эй, смотрите! Ого, клубочек! Ты где руки тянешь? Он живой! Оно! Приветствуйте меня! Легендарный Путевод 2! Клубка первый единство! Вот так сразу? Здравствуйте. Ладно, сойдет. Ну, что вы хотели-то, а? Клубочек, ты же путь к потерянному указываешь. Отведи меня к моим родителям. А меня к повелителю. Че, прямо сейчас? А что, у тебя какие-то легендарные проблемы? Я вообще-то 1000 лет разобранным был. Мне надо отдохнуть. Разбейте. Дракоша, фу! Ваш дракон меня помял. А теперь мне плохо и скучно. Отведи нас к родителям Аленки немедленно. А не то что? А не то Дракоша тебе покажет. Во-во-во-во! Тебе не надо что сразу угрожать! Покатились уже! Вот мы и на месте! Уже? Я еще не придумала, что им сказать! Как поживаете? Я Аленка! Нет, хей, че, как предки? Девочки, а это разве... не сад сказочный. Что? Эй, ты зачем нас сюда привез? Мы тут уже 100 раз были. Здесь только деревья и статуи какие-то королевские. Во-во-во-во. Все, как ты просила. Что за шуточки? Все, как связывали. Прикатились. Я тебя не об этом просила. Я хотела...
сказала, чтобы ты нашел моих родителей. Как говорится, родители не выбирают. Ах ты, колобок вязаный! А ну нормально говори, где мои родители? Аленка, смотри! Тот странный огр тоже здесь. Но если Оз тут, и он каменный, то получается, что все эти статуи... Это не просто статуи, это пропавшие сказочные. Нет, не может быть! Неужели? Мама! Папа! Как же так? Ой, как это трогательно! Семья воссоединилась! Я тоже сейчас заплачу. А может и нет. Пошутил, я так прикольно. Тихо ты, а то сейчас на свитер пущу. А что вы такие серьезные, а? Давайте все к Трубадуру! У него сегодня вечеринка в башне! Еще одно слово про вечеринки? Довольно! Веди меня к повелителю! Ох, и повезло мне с хозяевами. Одна родителей в саду потеряла. У другого повелитель под носом, а он не видит. Что? Что слышал? Во дворце твой повелитель. И давайте уже закругляться. Сколько можно на одном месте топтаться? Визирь, ты вернулся! Что? Что это за звук? Барышни, давайте уж на танцы, а? Да катись ты уже на все четыре стороны! Скорее, во дворец! Вот так вы сразу и все довольны! Сегодня твое правление закончится! А вот и повелитель! Хватит ужасные звуки! Прекратите их! Что с вами? Хватит путаться у меня под ногами! Мне не хватает моей магии. У меня почти получилось. Еще немного. А! Визирь! А! А ну отдай, глупая девчонка! Поберегись! А! Уйдите с моего пути, или вы пожалеете. Ой, как страшно. Не знаю, что это за штука, но на нас она не действует. И сказочника ты больше не обидишь. Наделали! А теперь расколдуй моих родителей! Ты подставной визирь-повелитель несчастный! Слишком поздно. Девчонка! Oh!
Какое предательство! А ведь я доверял ему! Как я мог быть таким наивным? Не корите себя, ваша сказочность. Визирь всех нас обманул. Бедненькая, почему она никак не очнется? Я должен помочь ей сейчас же! Сказочник! Каменные скульптуры у вас в саду – это заколдованные сказочные! И мои родители! А где он? Улетел с птичкой. Ей очень плохо. А визирь? Вы схватили его? Удрал. Что же теперь делать? Как мне расколдовать маму с папой? У меня есть одна идея. Вот. Здесь упоминаются маги, владеющие магией окаменения. А значит, кто-то из них сможет снять заклятие повелителя с твоих родителей. Дайте-ка посмотреть. Тут написано, что таким даром обладают только три мага. Медуза Горгона, Великан и... А тут вырванная страница. А может, колечко нам подскажет, кто третий маг? Аксилиум, кто владеет магией окаменения, кроме Медузы и Великана? Третий маг. Информация... не найдена. И здесь тупик! Что же это такое? Не волнуйся, Аленка. Значит, пойдем по порядку. Аксилиум, кто там у нас в списке первый? Ай, как же я не люблю эти скучные уборки! Через полчаса распродажа у шляпника закончится. А я тут вожусь. Надо поскорее с этим закончить, а то все разберу. Ну ничего, так тоже неплохо. Очень-очень плохо. Кошмар! Пропала моя распродажа! Дай нами наполним мир сказок и чудес. Кто-то появился там, кто-то здесь исчез. Я найти просто. Алиса, возьми себя в руки. Успокойся и подумай головой. Может быть, у тебя есть какой-нибудь волшебный артефактик? Ты что, подруга, про часики забыла? Отмотай время и готово. Ой, девочки, часики тоже сломались. Ну, может быть, у вас здесь какие-нибудь другие подходящие артефакты есть? Симсалабим? Абракадабра! Мне что, придется все самой исправлять? А вот мой исправочник хранителя! Ой, я уже забыла, какой ты тяжелый! Что делать, если хранитель времени хронически опаздывает? Не то. Как убить время с пользой? Не то! Почему счастливые часов не наблюдают? Опять не то! Вот! Если часы на башне встали, неисправность ищет в сердце часов. Ла-ла-ла. В механизм ведет тайная дверь. Ну? И где эта тайная дверь? Ой!
часовики. Живут в механизме часов и занимаются его обслуживанием. Фух, а я уже думала, все, сейчас мое сердечко остановится. А это вы. Ой, остановились. Это совсем не тик-так! Надо поторопиться, пока тут все не развалилось. Кажется, кому-то тут очень весело. Ага, живые часовики! Ты кто такая? Я? Я хранительница времени, неподражаемая Алиса! В общем, тут такое дело. Сердце часов остановилось. Сердце часов остановилось? Это значит... Вам надо его починить. Ну нет. Нам больше ничего не надо чинить. Говорят, рабочее время, а потихий час. Кажись, он того. Застыл. О, нет! Бимбура, бандура, фармагладина, кирин, чирин, дельбуки, бога, фон попко, карамелла, бом! И как мы будем без тебя? А я думала, его зовут Бимбом. Это сокращенно. Где банка? А в банке у вас что такое? Консервированная энергия времени. Последняя наша баночка. Ага, теперь понятно, почему вы не застыли. Но банки надолго не хватит. Хотите, не хотите, а сердце часов вам придется починить. Не мне же это делать. Наверху. А мы внизу. Так чего вы ждете? Поднимайте нас. Одно утешение, пока время стоит, распродажа не закончится. Приступайте! К чему? К починке. Это же ваша работа. Вы же тут часовые человечки. Мы часовые. Они ремонтные. А ну быстро починили тут все! Зануда! Готово! Что-то не похоже. Сойдет и так, да так? Ага, именно так, Тик. Плохо сделали! Переделывайте! Вот уж дудки-гудочки! Я устал! И я устал. Теперь все действительно так. Стой! Все выпил, ну и обжора! А если у вас энергия закончится? Не закончится. Тик, вставай! Зануда все починила. О. Сердце часов за этой дверью. Ну что опять? Смазать надо. Где-то тут должно быть маслица. О! Ой! Смотри! У-ху! Очень мило. Но сейчас не до этого.
Как же я без тебя сердце починю? Ты справишься, зануда. Я в тебя верю. Ты ведь и так все сама по... Вот так всегда. Девочки, это то, что я думаю? Алиса, ты нашла третью часть путеводного артефакта! Ого, здорово! Но у меня есть дело поважнее. У шляпника большая распродажа! Я искал. Ошибался. Снова искал. И вот, наконец-то, я нашел идеальную вакансию. Очень хорошо, господин Морок. Спасибо, Пушистик. А опыт управления театром у вас есть? Конечно. А какова ваша стратегия решения конфликтов? Силовая. Карьерные ожидания? Я бы хотел занимать руководящую должность. Что ж, тогда я решительно сообщаю, что вы приняты в смотрители театра. И вы говорите, что я могу жить в театре? Разумеется. Тогда по рукам. Девчонки, соберитесь! Осталось найти последнюю часть, и путеводный артефакт будет собран! Да, Аленка, вот только где ее найти? В книге визиря подсказок больше нет. А вы над огнем ее держали? Вдруг там что-то написано невидимыми чернилами? Точно! Аленка, ты куда? К Владику, за книгой. Аленка, Маша ее уже всю просканировала. Нет там никаких тайных записей. Да и Морок после Машиных экспериментов нам ее вряд ли одолжит. А давайте тогда объявление о розыске напишем. У меня и фломастеры есть с блестками. Еще идеи? А может быть, погадать на кофейной гуще насчет артефакта этого? Ну и шутница ты, Алиса. У нас вообще-то серьезное дело. Ну я же помочь хочу! И вообще, я все обдумала и считаю, что вы должны принять меня в патруль. Костюм героини мне очень подойдет. Да и подвиги популярности добавят. Да, только такой помощницы нам и не хватало. А я думаю, помощь нам не помешает. Но Алису нужно потренировать. Ну хорошо, но если Алиса не справится с тренировкой, то больше никаких разговоров про нового героя. И что же было на этой вырванной странице? Эй! Ты что
чем удумал, а? Помыть полы, выбить пыль, расставить книги по алфавиту, прогнать болотницу из подвала, спеть колыбельную чайному сервизу... Стоп! Это что, список дел? Ну уж нет! Я в смотрители подался только ради жилья! Сил уже не было храп этого друида слушать! Какие-то возражения? Повторять, хватит заниматься ерундой! Я твой хозяин и... А, ты думал, что мы напарники и друзья? А вот и нет! Это мой чадок! И тебе давно пора... понять это... Алиса, ты в порядке? Что это было? Что ж, испытания показали, что... У нас проблемы! Последняя коллекция шляпника! Я не сдамся! Слышите, девочки? Девочки, а... Количество заданий достигло критической массы! Так, прекратить этот шум! Починить мост, прогнать монстра, спасти зайчика от дракона. Девочки, скорее, разберемся по ходу. Я вам говорю, что не сдамся. Дайте мне еще задание. Эй, вы где? Ну вот, опять без меня ушли город спасать. Тогда я сама себя испытаю. Часики мои, сколько заданий! Ха! Я им еще покажу, чего я стою! Хранительница времени Алиса! Новая героиня волшебного города! Морок! Не Морок? Привет, доспехи! Что это вы тут одни? Ну, не надо так расстраиваться! Что он сказал? А ты что? Возмутительно! Некоторые совсем не смыслят в красоте. А ведь это сила! О, придумала! Пойдем, покажем им всем, как они ошибаются! Жители сказочного мира! Встречайте! Мы новый хит сезона! Эксклюзивная коллекция «Мы прекрасные герои»! Совершаем подвиги сильно! И мы поможем вам во имя моды и красоты! Вот и лети отсюда! Будешь знать, как чужих зверюшек похищать! Да хватит брыкаться! Мы же тебя спасаем вообще-то! Все, справились. Ну, что дальше? Что дальше? А, надо мост починить. Эй, патруль, вы доспехи мои не видели? А с чего это нам за ними следить? Нет, мы их не встречали. А что, они от тебя наконец-то сбежали? Что,
правда, сбежали? Я бы на вас посмотрел, когда к вам постоянно лезут со всякими бантиками. Вообще-то, это нам знакомо. А вот и мост. Ой, какой он сказочно красивый. Простите, это вам надо мост починить? Уже починили. Спасибо новым героям. Постойте-ка! Это какие такие новые герои? А мы кто? Нам надо найти этих самозванцев срочно, пока они еще никому не помогли. О, борьба добра с добром. Я должен это увидеть. А ты видел, как я его? Сударь, красный вам категорически не к лицу. А твое знание языка цветов просто бесценно для влюбленных принцев. Мы с тобой настоящий герой. Как же здорово! Что? Герой, а вы уже спасли моего зайчика от дракона. Секундочку. Задание с зайчиком погасло. Если мы его не выполняли, значит, зайчика уже... Так как насчет зайчика? А, зайчика хочешь? Пожалуйста, футболка с зайчиком. Тебя устроит? Или вот воздушный зайчик. Правда, миленький? Я хочу моего зайчика! Не плачь, милый ребеночек! Ой, что ж делать-то? Не выношу слез! Кто тут обижает моего малыша? А вот и самозванцы! Минуточку, это не то, что вы подумали, это ошибка! Доспехи, я здесь! Держись! Стоп, это же Алиса! Я хочу своего зайчика! Давайте все обсудим. Так вот же он, твой зайчик. Да, больше злой дракон его не тронет. Ну, что нужно сказать милым волшебницам? Почему так долго? Я хотел сказать, в общем, ты это, в порядке, мой друг? Алиса, мы хотели сказать, что последнее задание ты выполнила блестяще. Да, и мост что надо. И монстр просто красавчик. В общем... Мы будем рады видеть тебя в нашей команде. Нет. Что? А? Нет? Ну почему? Геройствовать – это так утомительно. А завтра новую коллекцию к шляпнику привезут. А в среду у меня встреча в клубе экспертов моды. Лучше я буду вашим прекрасным консультантом. А вот ты где. Пойдем посмотрим твой театр. Думаю, розовые шторы туда впишутся. Или с кружевом. Эй, какие кружева? Это мой театр! Слышите? Мой! Ну что там еще? А, это вы, Моргана? Да, да. В театре полный порядок. Все под контролем. Вас плохо слышно?